Приветствую всех на канале «Уютный теремок рукоделия». С вами Даша. Сегодня покажу вам три идеи елочных игрушек из пряжи. Сделать их очень просто. Получаются они очень классные. Каждая из них по-своему наполнена теплом, уютом и новогодним настроением. До Нового года осталось совсем немного. Наряжать будем елочку вместе. Итак, для начала я покажу вам пряжу. Эту пряжу я купила в магазине Fix Price. Это просто антистресс. Она настолько мягкая, приятная, плюшевая. В общем, великолепная пряжа, на мой взгляд. И первым делом, глядя на коричневую пряжу, мне пришло в голову сделать мишку. Изначально я хотела сделать только голову мишки, но позже сделала его полностью. Для этого я взяла пенопластовый шарик небольшой и полностью обклеила его пряжей по кругу. Далее из картона я вырезаю ушки. Просто обычные ушки на глаз, такого размера, какого, думаю, ему как раз таки подойдет. Для того, чтобы оттенить ушки внутри, я использую белую пряжу. Ну, а дальше сверху, точно так же, как и шарик, обклеиваю коричневой пряжей. На самом деле, забегая вперед, скажу, что сделала намного больше игрушек из такой пряжи. Но сегодня покажу только три идеи, так как видео и так затянулось. Ну, вы же знаете, насколько я люблю показывать все довольно подробно. И не нравится мне удалять такие детали, даже которые все равно вроде бы и понятны. Пусть лучше будет. И к чему я это? А к тому, что пряжи хватает надолго. Очень классные работы с ней получаются. Они по-настоящему зимние, теплые, уютные, какие-то очень атмосферные, приятные. Такую красоту можно сделать вместе со своим ребенком. А чтобы он не обжегся, можно использовать другой клей. Например, клей «Момент». Или даже клей ПВА. Но лучше в таком случае взять столярный, он быстрее будет склеивать. Итак, приклеиваем ушки. Я намечаю примерное место, где должны находиться ушки, и приклеиваю горячим клеем. Дальше захотела сделать на мордочке ему акцент белой пряжей. Поэтому намечаю примерное место, где должна будет пряжа, и приклеиваю ее на тот же горячий клей. Естественно, нужно приклеивать все очень аккуратно, чтобы клей нигде не затек, не залез туда, куда нам не нужно. Потому что горячий клей вместе с пряжей не самая лучшая компания в том плане, что его очень сильно видно, и пряжа становится такой прям каменной, некрасивой. Но, конечно, удобство с горячим клеем в том, что он очень быстро все склеивает и довольно надежно, поэтому я не изменяю ему, только в очень редких случаях. Вот такая мордашка уже получается. Из глиттерного фоамирана черного цвета вырезаю носик и глазки. Мне очень понравилось из такого фоамирана делать мордочку, носики, глазки. Я делала уже тигренку такие, глазки, носик. И вот запомнила, теперь применяю везде, где это уместно. Дальше для туловища использую уже старый некрасивый елочный шарик. Пенопластового шарика подходящего диаметра у меня не оказалось. Ну, а почему бы не использовать елочную игрушку, которая уже не подойдет в качестве, собственно, елочного украшения? Вот, обкрутила полностью и второй шарик, соединяю их вместе. Какой забавный он получается!
формирую ему лапки, задние и передние. Передние формирую немного подлиннее, задние немножко покороче. Формирую из фольги, обычной для запекания. Это, наверное, самый универсальный материал, который есть у каждой хозяйки дома. Использую его и точно так же обкручиваю пряжей по кругу, приклеиваю на горячий клей. Передние лапки я уже приклеила, формирую задние и поступаю с их обклейкой точно так же, как и с передними. Приклеиваю лапки на его законное место. И вот здесь я долго думала, стоит ли ему делать белый животик, чтобы он тоже был такой светлый, яркий, выделялся. Долго думала, все-таки решила сделать его беленьким, но до сих пор так и не поняла, как лучше, с белым животиком или все же стоило оставить его коричневым. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, расскажите о своем мнении, мне очень интересно знать. Дальше, чтобы медвежонок не был скучным, я решила добавить ему веточку белых ягод заснеженных. Они мне очень нравятся. Ну вот, какой же он симпатичный. Очень он мне нравится. А представьте, как здорово сделать такую красоту вместе с ребенком. Вот просто так из ничего получилась самая настоящая игрушка-медвежонка. Дальше в ход идет мусор. Сгоревшая лампочка. У меня таких две. И по форме они мне напомнили шишки. Ну и почему бы не попробовать сымитировать шишку при помощи пряжи? Снизу вверх я начинаю приклеивать пряжу, но не просто так, а такими небольшими вьюшками, в общем-то, небольшими отрезками вверх-вниз, вверх-вниз, в таком шахматном порядке. Когда проклеиваю одну полоску, поднимаюсь выше и проклеиваю дальше. В общем, надеюсь, по видео вам все ясно. Вот такая шишка-лампочка у меня получилась. Обкручиваю цоколь той же пряжей. Просто так по кругу прохожусь. Полностью закрываю всю лампочку. Дальше мне захотелось сделать еще декор при помощи еловых лапок. Что, собственно, я и делаю. А еще решила добавить гроздь ягод. Они так красиво смотрятся здесь. Таких шишки я сделала две в белом и коричневом цвете. Дальше мы приступаем к снеговику. Решила я сделать один из самых узнаваемых
символов Нового года снеговичка. Для этого я беру 3 пенопластовых шарика разных диаметров, в общем-то, один другого меньше. Или наоборот, один другого больше. Можно взять и 2, но в моем представлении снеговичок все-таки состоит из 3 шариков снега. По крайней мере, в детстве мы всегда лепили именно из 3. И здесь такой интересный момент. Вы можете просто склеить из пенопласта 3 шарика вместе, вставить в палочки, сделать ему нос, например, из кожуры апельсина или мандарина, и будет у вас уже снеговик. Нарисовать ему перманентным маркером рот и глазки, пуговки. В общем-то, можно здесь обойтись и без пряжи и фоамирана. Ну, я же, собственно, продолжаю дальше. Обкручиваю здесь, как и у медвежонка, полностью всего снеговичка. Дальше я решила сделать ему шапку. Шапку я делаю, наверное, всем известным способом. Такой мастер-класс по интернету ходит уже не один год. Но он очень легкий, простой и красивый. Нужно свернуть кольцо из картона. Дальше нарезать много отрезков одинаковых из пряжи. И здесь, кстати, совсем не обязательно брать именно плюшевую пряжу. Я просто взяла ту, которую я использую, ту, которая у меня есть. Итак, нарезаем отрезки. Для этого, кстати, очень удобно использовать картон подходящего размера, намотать на него и потом разрезать. Дальше мы делаем петельку, просовываем под картон, затем в эту петельку вставляем 2 конца пряжи, отрезка пряжи, и завязываем, скажем так, протягиваем. В общем-то, я надеюсь, вам понятно, должно получаться вот так. Когда я полностью таким образом всю шапочку делаю, я выворачиваю в обратную сторону все отрезки пряжи. Получается вот такая макаронная фабрика, которую нам нужно связать. И здесь, кстати, я сделала небольшую ошибку. Все-таки нужно было примерно на 1 сантиметр больше сделать отрезки. Тогда бы получилось связать удобнее шапку. Но ничего, я справилась и получилось и так. Такие шапочки отлично будут смотреться и сами по себе на елке. И мне кажется, в белом цвете будет еще красивее. Ну, а я продолжаю, приклеиваю снеговику веревочку. Приклеиваю из той же самой пряжи, что и шапка, чтобы они не отличались между собой по цвету. И, собственно, приклеиваю саму шапку на голову снеговику. Вот такой он у меня милаш получается. Дальше я приклеиваю глазки. У меня это полубусинки. Они у меня темно-синего цвета, но позже я их покрасила в черный цвет. Так мне все-таки кажется красивее. Также из оранжевого фоамирана формирую морковку, носик-морковку и приклеиваю. У меня он довольно такой длинненький, крупный получился, но мне так нравится. Из черного глиттерного фоамирана делаю снеговику улыбку и приклеиваю ее на законное место. Продеваю сквозь туловище проволоку и формирую ручки, веточки такие снеговичку. Чтобы сымитировать палочку, обклеиваю проволоку той же самой коричневой пряжей. Дальше решила сделать снеговику метелку. Для этого нарезаю джутовую веревочку и приклеиваю вовнутрь веревок довольно толстую проволоку, обтянутую тейп-лентой коричневого цвета. Дальше я решила еще завязать на метелке узелок. Во-первых, метла станет крепче, а во-вторых, красивее. И самый интересный момент, расчесываю метлу при помощи расчески для кота. Это супер средство для того, чтобы вычесать джутовую веревочку и получить пушистенькую. Вот такая метла у меня вышла. Я ее даю в ручку снеговику. Также можно дать елочку какую-то, еще интересную ему веточку. Или, например,
дать ему в ручки подарок. Ну, а я ограничусь только метелкой. Еще сделала ему пуговички, цветочки деревянные и шарфик повязала. Вот такой красавец он получился. Не правда ли? Очень красиво смотрится. Такой атмосферный, теплый, несмотря на то, что снеговик из снега. А вот шишки у меня не получилось сфотографировать так, как нужно, наверное. В общем-то, не получилось полностью передать всю их красоту, таких, какие они вживую. Ну, как получилось. А вот медвежонок мне безумно нравится, такой милый. В общем-то, если вам понравилось, ставьте лайки. Добра вам и творчества. До новых встреч!